Всем добрый день, сегодня у нас очередная распаковка. Как вы уже поняли по названию, связана опять с фототехникой. На этот раз пришел из поднебесной мини-трипод Andoer MT-08. Есть у меня штативчик Andoer, часть этого трипода, который представлен на моем канале. То есть данный вариант сейчас уже используется непосредственно в этой съемке, поэтому я его показать не могу, потому что основание практически на 95% то же самое. Давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри. Пришло вот в такой вот упаковке. Как видим, упаковку потрепала жизнь благодаря Почте Китая и Почте России. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Ввиду того, что внутри находится металлический предмет, все благополучно дошло. Внутри у нас находится непосредственно инструкция по данному мини-триподу. То есть сам трипод, нижняя часть, выдерживает до 75 кг, а голова, верхняя часть, выдерживает нагрузку до 6 кг. Помимо этого, то здесь есть, возможно, вертикальная на 90 градусов поворот, ну а горизонтально на все 360. То есть в отличие от той головы, которую я ставлю на вот этот вот мини-трипод Andoer, который у меня был, а именно Fujimi, то есть там был только вариант именно вертикального изменения на 90 градусов. Инструкции, как видим, на английском. Так, что дальше у нас находится внутри? Непосредственно шестигранный ключик для подтяжки соединений и сам трипод. То есть выполнен качественно, все из алюминия, может производить и устанавливаться в двух положениях. Такой вариант и нижний вариант такой. Кстати, очень удобный, прекрасно пользоваться непосредственно где-то на выездах, либо брать какие-то путешествия. Для себя представляет достаточно хороший продукт, что находится у нас непосредственно в этом продукте. Это все выполнено из алюминия, есть вставки силиконовые, красные, есть голова. Да, еще одно маленькое отличие, то есть здесь резьба 3 восьмых, отличие от предыдущего варианта, где была резьба 1 четвертая дюйма. Здесь площадка с упорами, чтобы у вас случайно не скатилась камера. Это во-первых. Да, и еще один отрицательный вариант. То есть в поставке идет непосредственно сам винт без ушка, либо без соответствующего приспособления, чтобы было удобно закручивать. И если у вас есть наличие данной винты, различные переходники у меня есть, можно посмотреть на канале, то проблем никаких не будет. При его замене, то есть и сейчас у вас благополучно имеется данный винт для того, чтобы удобно было закручивать. Вот как видим, сбоку у нас есть винт, благодаря которому можем голову менять на 90 градусов. В вертикальном исполнении есть еще и уровень для того, чтобы поставить все это в горизонтальное состояние. Причем здесь есть возможность доставать и прикручивать непосредственно, как вам необходимо. И сзади есть вот еще один винт, благодаря которому голова крутится на 360 градусов. Удобно использовать как ручной вариант, то есть непосредственно носить его в руках камерой. Удобно держать. Так, ну и давайте посмотрим, как сидит на этом мини-триподе непосредственно камера. Да, и еще одно тут, кстати, отличие. На предыдущем, то есть Andoer здесь написан только на голове, а в предыдущем варианте Andoer был написан непосредственно на ножке одной. И еще почему я его купил, потому что цена раздельных частей в два раза выше. В общем-то цена упала благодаря обычным дням распродаж. Трипод можно купить непосредственно намного дешевле. Давайте присоединим камеру. Все, вот мы его закрепили и можем использовать. Соответственно, в таком варианте, в таких вариантах, либо крутить на 360 градусов.
либо вариант с ношением. Вот такой трипод, благодаря которому можно размещать ваши камеры, причем не только камеры, но и смартфоны непосредственно на нем и использовать по назначению. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок, до следующего видео и до свидания.